Благодаря акции «Собери ребенка в школу», прошедшей сегодня в Щелковском районном культурном комплексе, более 70 ребят получили рюкзаки, а также все самые необходимые школьные принадлежности. Теперь они готовы к Дню знаний. Организатором акции стала комиссия по делам несовершеннолетних администрации нашего округа. Также поддержку в ее проведении оказал «Газпромбанк» и благотворительный фонд «Рождественская звезда». Мы хотим поздравить вас с наступающим Днем знаний, детям пожелать, чтобы они успешно учились. 2 сентября будет звонок, и вы пойдете получать знания, чтобы эти знания выносили в этих рюкзаках, и всегда они были лучшие, да, четверки, пятерки, и чтобы не расстраивали родителей. Да, я готова. Ну, я еще пока не смотрела. Ну, это рюкзак, правильно? Ну, да. Там что-то еще внутри. Ты хочешь в школу? Хочешь учиться? Ну, да. Какой твой любимый предмет? Изобразительное искусство. Дима. Фамилия как? Дим, ты в какой класс пойдешь? В первый. Ну, побаиваюсь. С 1 сентября 2019 года в соответствии с законом Московской области о мерах социальной поддержки семей и детей в Подмосковье начали действовать две новые меры. Одна из них как раз включает в себя предоставление семьям с материальными трудностями необходимых школьных наборов. Подарок первокласснику вручили и в Щелковском управлении социальной защиты населения. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.